команда «Севастополь» достаточно сильная, она стойкая. Тяжело, тяжелое начало получилось, но все-таки мы смогли найти какую-то ту нотку, по которой мы смогли дойти все-таки до победы. С эмоциями, а наоборот, тренер не раз спрашивает, чем вы выиграли предыдущие игры. И всегда ответ эмоциями, эмоциональностью, взять вот своим накалом, желанием и страстью играть душой, чтобы показать то, что там нас нельзя сломить, несмотря на три неудачных, бы показалось бы, четверти. И там, кто бы что ни говорил, можно переломить ход игры даже в самый последний момент. Мне впервые и каждого титула отдельные эмоции. И этот передал очень радостный, потому что я вообще не надеялась на что-то, но очень обрадовали меня. Финальная разница оказалась большой, но на самом деле и там есть талантливые девчонки, у которых все еще впереди. Очень, наверное, такая совсем напряженная борьба была за как раз-таки бронзовые медали. И насколько Севастополь действительно играл наравне и только на последних секундах потерял вот эту, наверное, ниточку игры. А ротация в регионах, она меньше, чем в московских командах. И где-то им вот это не позволяет, наверное, не хватает силы, чтобы в финале сыграть чуть-чуть более агрессивнее.